становились большой дружной компанией с общими интересами, потому что если есть коворкинги по городу, которые находятся в постоянном взаимодействии или, например, в едином месте, то здорово, если бы появилось некое сообщество, как коворкинг, как уже общегородское пространство, где можно обмениться идеями, мнениями. И на самом деле мне очень приятно было за каждым из вас наблюдать видеоблоги, поскольку я его постоянно отсматриваю, смотрю, мне очень важно видеть развитие, в данном случае этой рубрики тоже.